Гнездо сегодня пустое. Лиса осталась без еды. А это что? Опять домашний поросенок прибежал в лес? Нет, друзья, это результат того, что человек сунул свой нос в дикую природу. Многие скажут, что надо исправлять ошибки дикой природы, хотя вправе ли мы осуждать ее за такие формы и цвета. Из своего опыта скажу, что даже людям с необычной внешностью живется очень непросто. Чего уж тут говорить о пятнистом диком кабане. Он будет всегда первым в прицеле охотника. Друзья, как вы думаете, нужны нам пятнистые дикие кабаны? Или все же надо исправлять ошибки дикой природы?